Выйдите на улицу, начните гулять, займитесь собой, гимнастику сделайте. На себя в зеркало посмотрите, плюньте на это зеркало, изменитесь наконец-таки. Хватит! Что вы хотите от врачей? Чтобы они вместо вас это делали? Врач мне не назначил травы. А что он должен вам назначить? Если вы с труд приходите только на улицу, выходите, чтобы в поликлинику прийти. Что за отношение к вам? Слушай, Господь вам дал здоровье. Господь вам дал ноги. Господь вам дал мысли. Мозг дал. Если вы хотите жить долгую, счастливую, здоровую жизнь, не надейтесь на врачей. Врачи вашим здоровьем не занимаются. Они занимаются болезнями, а не здоровьем. Этот кретин тоже пошел, сдал анализы. У меня, видите ли, витамин D понижен. Мозги у тебя понижены. Вы затягиваете сигарету, вам становится плохо. Вы тушите эту сигарету, все проходит и все идеально. Потом он опять затягивается, и он опять становится плохо. И он задается вопросом, что ему делать? Открой окно, выбросись. Идите на улицу, начните гулять, займитесь собой, гимнастику сделайте. На себя в зеркало посмотрите, плюньте на это зеркало, изменитесь наконец-таки. Хватит! Что вы хотите от врачей? Чтобы они вместо вас это делали?